Также вот магазин, но там никого нет. Ветер гуляет. Они даже не приклеили нифига. Так. Трипчевый бегает. Что так опошаться немного? В корпус полезем. Так, эти что-то не нравится им мое присутствие. Залито медом. И с этой стороны тоже. Вот там внизу еще чуть-чуть места есть. Здесь также. Пчелы побольше, а в магазине нету ни черта. Уже начали печатать. Места для расплода пока не вижу. С расплодом одна.
что это за мисочка? Пустая. Вот так вот. Выходит пчела и заливает ячейки медом. Матку я пока не вижу. Так, а вот это была вощина. Так. Ну что, они ее все оттянули. Здесь вот метка немножко. Ну, а яиц что-то я не вижу. Яиц нет. В общем, мед в корпусе есть, а в магазине пусто. Не хотят нести в магазин, хоть им. Это тяжелая. Тяжелая рамка. Тоже вот расплод выходит. И забрызгали медом. Так, матку не вижу. Ну и ладно. Снизу доверху залито. И вот что ты им скажешь? Не хотят в магазине работать. Так. Вся залита снизу доверху. Это что такое? Так же вот. Та же история. Ну, тут так же. Забрал три рамки, поставил две вощины, одну сушь. Матку вот нашел. И обычно матку вот таким этим улавливателем ловлю, чтобы не задавить ненароком, когда трусишь. А потом выпускаю уже. Там побежала. В этом, конечно, пчелы побольше. Побольше.
Ну, плюс то, что еще хороший лед. Магазин сейчас сверху кину. Заходим. Так, и магазинчик сверху. Опача. Тут что с ними? Чего они не хотят в магазин идти? Часов. Ну, что на литке у нас? Так выпаривают. Вот верхний литок. Вот весь испачкан пыльцой. Губ стоит. Засветились.